шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Сила Сани. Внимание, внимание! Представляю новейшее изобретение Иннокентия – силомерную машину! Ого! И как она работает? Все очень просто! Берешь кувалду и бьешь по этой большущей кнопке! Это я еще в полсилы! Ну, кто хочет попробовать? Чур я первый! Неплохо, неплохо. Кто следующий? Ого! Вот это да! Ну, Саня, теперь ты покажи свою силу. Ха! А ну, посторонись! Врет машина! Соня, скажи им, что я на самом деле сильный. Я врать не буду. Ну ладно, вот увидите. Скоро я буду самым сильным. Но без всех этих упражнений. Ой! Кажется, я кое-что придумал. Эй, Саня, подай мяч! Не надоело вам в мяч играть? Как насчет пойти в горы на пикник? А что, хорошая идея? Точно! Пойдемте в поход. Отлично! Тогда собирайте вещи, встречаемся вон за тем холмом. А ты точно знаешь дорогу? Точно, точно! Я все знаю. Да уж, хорошая дорога. Похоже, придется искать другой путь. Другой путь? Зачем? Мешает эта палочка. Ого! Да уж, похоже, мой силомер и правда ошибся. Я же говорил, это мой брат. Ну чего встали? Дорога свободна. Опа! Еще одна преграда. Ерунда, сейчас уберу. Упс, странный какой-то камень попался. А я, кажется, понял, в чем секрет силы Сани. Выходит, Саня не сильный? Он просто сделал надувные преграды. Да уж, мой брат надувной силач. Нет, я вам докажу, смотрите. Ой, мальчики, что же делать? Сейчас придумаем. Так, Валя, неси большой камень. Тучка, а ты большую ветку. Что ты делаешь? Спасаю тебя. Спускайте в яму, только в Саню не попадите. Готово, вставай сюда. А теперь сам себя.
Спасибо вам. Без вашей помощи я бы не выбрался. Ну что, теперь понял, для чего нужна настоящая сила? Да, ребят, научите меня. Запросто. Урок первый. Для начала нужно хорошенько подкрепиться. Лисичка, доставай пироги. Мусорный монстр. Ох, что-то я больше не могу. Ну, если Кеша наелся, значит, пикник удался на славу. Ой, кажется, дождь начинается. И правда, давайте мусор уберем и домой. Да ладно, в следующий раз. А то вдруг не успеем и под дождь попадем. И вообще, сил сейчас нет, а мусор не убежит. Да, как-нибудь потом. А костер кто будет тушить? Эх! Наконец-то! Погода хорошая! Обожаю пикники! Да, я уже соскучился по сосискам на костре! Ничего себе! Кто-то завалил наше любимое место мусором! Не кто-то, а мы! Точно! Мы же решили в другой раз его убрать! Вот именно! Так что за работу! Уберемся после пикника, а то на отдых сил не останется! Кеша дело говорит! Только надо место другое найти. Не сидеть же среди мусора. Вон там под деревом будет здорово. Но после пикника надо обязательно убраться. Да, конечно. Ну что, отдохнули? Пора за уборку. Ну ладно, ладно, сейчас. Да здесь целая гора. И там гора. А давайте весь мусор в одну кучу сгребем. Будет одна общая лесная свалка. Так мы весь лес замусорим. Природу надо беречь. Тученца, не будь занудой. Где-то же надо мусор складывать. От одной свалки ничего с твоей природой не случится. Все за мной! Ну вот, что же делать? Саня, ну ты и растяпа. Да я меча не вижу, темно уже. Пора по домам расходиться. Саня прав. Всем спокойной ночи. Ой, что это там? Это какое-то чудище. Да, я мусорный монстр. Я пришел за вами. Все равно я вас съем! Не надо было мусорить в лесу. Что же теперь делать? Думаю, надо попросить прощения. Точно! Прости нас, мусорный монстр! Мы все уберем! Да! И больше никогда не будем мусорить! Обещаете? Обещаем! Обещаем. Ну ладно! Смотрите у меня. Вы как хотите, а я прям с утра на уборку. Ну вот и все. Как
хорошо и чисто здесь стало. Видите, это не так уж и сложно. А новый мусор куда бросать будем? Вот сюда. Это для пластика, это для стекла, а это для бумаги. А с этим что делать? Есть у меня одна идейка. Изобрету мусороперерабатывающую машину. Буду мусор превращать во что-нибудь полезное. Здорово! Ну что, на перегонки? Совсем один. Так, ветер попутный. На горизонте чисто. Рулевой, 40 градусов влево. Есть 40 градусов влево. Кок, что у нас с обедом? Скоро будет, капитан. Так держать. Боцман, расправить все паруса. Боцман. Уже и отдохнуть нельзя. Отдых только по команде отбой. Если все будут отдыхать, когда захочется, мы никуда не приплывем. А мне никуда не надо. Мне и здесь хорошо. Саня, не ленись. Сам же хотел быть боцманом. Откуда я знал, что это значит? Ну ладно. Саня, ты что натворил? Как же они мне надоели. Попасть бы куда-нибудь, где их нет. Ого! Где это я? Уже приплыли, что ли? Кеша! Тучка! Лисичка! Никого! Я что, один на острове? Наконец-то! Пора подкрепиться. Выглядит аппетитно. Фу, это же есть нельзя. Еще хуже. Ну и гадость. Эх, был бы здесь Тучка. Он-то знает, что и где собирать. О, наловлю-ка я рыбы, она-то уж точно съедобная. Это там. Ура! Поймал! Ее же еще готовить надо. Да уж, без лисички тут не обойтись. Надо подумать о ночлеге. Ну уж в этом я мастер. А Кеша бы мигом целый дом построил. Ну ладно, и так посплю. Не бойся, Саня, остров необитаем. Тебе ничто не угрожает. Кеша! Тучка! Лисичка! Тучка! Помогите! Ребята! Вы здесь! Я так рад вас видеть! Ха! Куда мы денемся? Пока паруса не будет, корабль не поплывет! Давайте я помогу! Ты уже помог,
Пойди лучше отдохни. Нет, нет, я хочу с вами. Мы же команда. Команда, говоришь? Ха, есть идея. А тогда же быстрей. Точно. Ну как, Саня, не устал? Нет, с друзьями все проще и веселее. Морское чудовище. Плезиозавр жил в море, обладал огромным телом, длинной шеей и зубастой пастью. Вот это чудище! Не хотел бы я такое встретить. Да уж. А как ты думаешь, Точка с Кешей хотели бы? Точно! Сделаем такое же чудище и напугаем их. Да! Только из чего делать-то будем? У Кеши с Тучкой что-нибудь найдется. Тучка, Кеша, привет! Не найдется для нас немного досок? Если очень надо, то можете отсюда взять. Только я их с одной стороны уже покрасил. Да ничего, нам и так подойдет. А вам много надо? Да нет, пару штук. Вот они испугаются. Ага. А Тучка такой скажет: это не научно. И как закричит от страха. Тучка, ты чего рыбу не ловишь? Я ее изучаю. Провожу перепись рыб, обитающих в нашем озере. Тучка, а тут большие рыбы бывают? С длинными шеями такими? Кеша, в этом озере таких рыб не бывает. А это тогда кто? Разыграли. Да уж, это точно. А с чудовищем что делать будем? Да пусть плавает. Может, еще кого-нибудь напугает. Тученце, а давай я большую сетку сделаю. И мы это чудище выловим. Кеша, ты что? Наверняка это какой-то редкий вид. Может, даже исчезающий. Это мы из-за него чуть исчезающими не стали. Да это мы его размеров испугались. А зверь, может, и не опасный. Надо его изучить. Твоя подводная лодка еще плавает. А то! Ура! Едем в научную экспедицию. Кеша, смотри! Ага! Вот оно, чудище! Ой, Кеша, смотри! Это же наш забор! Ха-ха! Вот тебе и чудище! Саня и Соня, они нас разыграли! Ах так! Ладно, тученце, есть идея! Вы должны это видеть! Там! Там морское чудище! Да вы что? Не может быть! Показывайте скорее! По-моему, это не наше чудище. Ага. Кеша, Тучка, может, обратно поплывем? Нет никакого чудища. Да, это мы вас разыграли. Нет-нет, мы точно видели самое настоящее чудище! А-а-а!
Значит, чудище не настоящее? Дом на дереве. Вот так. Вот тут еще прибить и готово. Привет, Тучка! Что это ты делаешь? Привет, ребята! Это мой домик на дереве. Дом на дереве? Здорово! А давайте устроим в нем вечеринку. Да! Класс! Ну, тут немного тесновато. И к тому же, я не готовился к вечеринке. Ничего! Мы сами все принесем. Вот! Мой новый суперплеер! Сам подбирает музыку под настроение. Крутейшая штуковина! А я торт принесла. Ого! Здорово! Кеша, подожди остальных. Ну сколько можно? Я уже почти целую минуту терплю. Тогда отодвиньте от меня этот торт. Да тут и двигать уже некуда. А мы игру принесли. Драконариум. Класс! Раскладывайте скорей. А где ее раскладывать? Ну-ка, подержите. Так, сейчас объясню правила. Только руки бы освободить. Нет, так не пойдет. Тесно, как в консервной банке. Тучка, твой дом не подходит для вечеринок. Я построю свой, подходящий. А давайте каждый построит свой домик на дереве. Точно! Отличная мысль. Мастер. Это лучший дом на дереве. По-моему, очень мило. Друзьям понравится. Ну, на абордаж. Ребята, приходите ко мне в гости. У меня полный дом сладостей. Не, лучше ты к нам. Устроим вечеринку в пиратском стиле. Давайте все ко мне! Будет супер технопати! Ко мне! Нет, ко мне! У меня веселее! А у нас еще лучше! Не пойду я к вам! Ну и сиди у себя! Вы ко мне не хотите? И я к вам не пойду! Ну, кто теперь будет ведущим? Я уже была. Я тоже. Можно к тебе? Конечно! Заходи! Тучка, это мы! Пустишь в гости? Саня, Соня, заходите! О, а вот и лисичка! Ой, торт не влезает! Ну, с этим мы тебе поможем. Кажется,
кого-то не хватает. Тучка, у тебя самый лучший домик для вечеринок. Нет, это вы самые лучшие друзья. Подводная Одиссея. Задрать швартовы, надуть якорь, отдать паруса, румпель курса по кумполу. Тученце, я ничего не забыл. Ты свои вещи собрать забыл. А зачем вы носите вещи в ту железную бочку? Это не бочка, это батискаф, глубоководный аппарат. Мы в эту подводную экспедицию собираемся. А можно с вами? Хотя бы капитаном. Хотя бы капитан — это я! И вообще девочек на борт нельзя! Старая морская традиция. Девочки батискафы водить не умеют. Это я-то не умею. Лисичка, ты это понимаешь? Мы думали, что там будут опасности, а они начались уже тут. Ничего, я не боюсь опасностей. Ну, мы-то боимся. О, придумал! У меня есть тренировочный батискаф. Там все как по-настоящему. Если пройдешь все испытания, быть тебе капитаном. Договорились? Договорились. Лисичка, ты поплывешь на самом сложном уровне. Будешь спасать дельфинчика. Все, что ты будешь видеть на экранах, будем видеть и мы. Понятно? Понятно. А капитанскую фуражку мне дадут настоящую? Что ж за времена пошли? Все в капитаны хотят. Фуражек на вас не напасешься. Ну что, лисичка, сейчас посмотрим, какой ты капитан отважный. Сейчас я тебе помогу найти дорогу домой. Дельфинчик, осторожно! Не попади под рифы! Кеша, она на нашем тренажере по-настоящему дельфинчика спасла. Ну как вам?
Ну ты даешь, лисичка! Больше всего я удивился, что ты акулы не испугалась. Да, такое хладнокровие. Так это что, в самом начале был не дельфинчик? Лисичка, ты заслужила быть капитаном. Рыбацкая история. Привет, Тучка! Тише, лисичка, рыбу распугаешь. Похоже, ее до меня уже распугали. И давно ты тут сидишь? Только пришел. И вообще улов для меня не главное. Мне сама рыбалка нравится. Сидишь с удочкой у реки. Красота! Но с рыбой-то еще красивее. А знаешь, Тучка, давай я тебе сетку свяжу. Сетку? Ну, не знаю. Мне и так хорошо. Вот, держи! Спасибо, лисичка. Удачного улова. Эх. Ого, сколько рыбы! Привет, Соня! Привет, Саня! Улов нормальный. Ха! Это улов! Да мы вчера вот такую рыбу поймали! И это в толщину, а в длину вот такую! О! И как вы ее поймали? А прямо с лодки, руками! А она такая выпрыгнула, а мы ее такие хвать! А весь секрет в лодке. У берега много рыбы не поймаешь. А на глубине знаешь ее сколько? Да, возьми нашу лодку. Да мне и так хорошо. Бери, вечером занесешь. А то нам тащить лень. Эх. Уф, вот это тяжесть. Чего такой усталый? Рыбачил весь день, плавал, сеть вытаскивал. Теперь вот улов выгружаю. Бедняга! Хочешь, я тебе помогу? Да? Да, было бы кстати. Держи ведро. Да я не про такую помощь. А про какую? Поможешь рыбу съесть? Да нет же! Давай я тебе изобрету робота-рыболова! На дистанционном управлении! И рыбачить станет проще! Класс! Давно хотел такого смастерить! Не-не-не-не! Спасибо, Кеш! Мне и без робота хорошо! Даже слишком! Да я же вижу, как ты замучился! А с роботом вообще ничего делать не будешь! И рыбы станет еще больше! Нет-нет, не надо больше! Жди тут! Я мигом! Постой! Мне честно-честно не надо! Ой, смотри! Кит! Смотри, тученце! Последнее слово техники! Надеюсь, что последнее. Работает это чудо вот так! Устанавливаешь его на лодку, даешь ему сеть, а сам сидишь на берегу и управляешь. Это пульт. Смотри, вот старт, вот влево-вправо, а вот это режим автопилот. Автопилот? Отлично! Молодчина! Быстро освоился. Ну теперь робот сам все сделает, а ты можешь и отдохнуть. Отдохнуть? Наконец-то!
А так еще лучше. Ночной зверь. Ого! Вот это да! Тучка, привет! А я тебе пирог на ужин принесла. А что это ты читаешь? Привет, лисичка! Это книга про самых невероятных животных на свете. Вот смотри, паук четырехглазка. Ростом он целый дом и очень прожорливый. Ой, страшный! Не бойся, в нашем лесу такие не водятся. Хорошо, если так. Ну все, Тучка, мне пора. Даже чаю не попьешь? Нет, уже поздно. До завтра! Тучка, там этот, четырехглазый! Не может быть! Где? О, пойду посмотрю. Может, я стану первым, кто увидит его вблизи. Тучка, не надо! А вдруг он тебя съест? Не волнуйся, я буду осторожен. Скоро вернусь. Тучка! Тучечка! Что же делать? Надо Кешу на помощь позвать. Так его, давай! Зря ты связался с ниндзя-медведем, злодей! Кеша, Тучку похитили! Лисичка, ну кто его похитит? Тебе, наверное, кошмар приснился! Нет, смотри! Это паук, четырехглазка. Тучка про него рассказывал. Потом мы глаза увидели в темноте. Тучка пошел посмотреть поближе и пропал. Что еще за паук? Дай-ка сюда! Так-так-так, лисичка, ты пришла по адресу. Если друг в беде, то на тропу выходит бесстрашный ниндзя-медведь. Здорово! А где он? Лисичка, ну разве не понятно? Это я! Тогда побежали! Не так быстро! Такому делу надо как следует подготовиться. Грибов. Нет, но грибомета он точно испугается. Получи! Это сова. Ну и нечего тут летать. Как-то гигантские пауки по лесу ходят. Похоже, мы никогда не найдем нашего Тучку. Так, не вешать нос! Подожди-ка, слышишь? Кеша, я боюсь. Не бойся, у меня грибомет. Тучка! Тучка! О! Кеша, лисичка, а я как раз к вам бежал. Там такое. Мы готовы. Показывай, где этот паук. Не было никакого паука. А чьи же это были глаза? Сейчас покажу. Только тихо. Ого, как красиво. Вау, сколько светлячков. Выходит, зря ты свой грибомет мастерил. А вот и не зря.
Завтра переделаю его в грибарезку. Удивительное животное. А у нас на севере солнце по полгода не заходит. Это называется полярный день. Здорово! Здорово! А я знаете, какой однажды цветок вырастила? Вот такие лепестки! И стебель выше меня. Вот это да! Здорово! А я когда в космос летал, такие кометы видел! С тремя хвостами! И все светятся! Ничего себе! Ну, Саня, теперь твоя очередь. Удивляй. Ну, вообще-то, все ваши рассказы – ерунда. А я вот видел настоящее чудо. Парнокопытного крылатого тигра-оленя. Вы слышали? Вот умора! Ага, крылатый тигра-олень. Не верите? Ну, ладно. Ну что, еще разок в футбол? Надоело. Может, на речку? Да ну! Ребята, я там такое нашел. Вот. Ого! Ничего себе! Следы от копыт. Никогда таких не видел. Что это вы нашли? Следы какие-то непонятные. Чего же тут непонятного? Обычные следы тигра-оленя. О, а вот и его перья. И правда, тигровые. Да мало ли чьи-то перья. Смотрите, а там рога. Ну, конечно, в это время года тигра-олень всегда линяет и сбрасывает рога. Следы, перья, рога. Угу. А вы не верили. Раз тигра-олень существует, мы должны его изучить. Точно. А находки отнесем ко мне в музей. Вот здорово! Похоже, все только начинается. Интересно, а какой у него хвост? Наверное, тигриный. А может, оленей? Скоро мы это выясним. Да, вот бы его поближе рассмотреть. Я придумала. Надо его прикормить. Интересно, чем он питается? Всем привет! Ну как, не надоело еще за тигра-оленем гоняться? Кстати, я слышал, что он пироги любит еще больше конфет. Ну все, пока! Вы слышали? Пироги! Пироги? Вот на пирог мы его и поймаем! Вот и он. Ура! Попался! Теперь можно отправить тигра-оленя в зоопарк. Эй, какой зоопарк? Выпустите меня! Ой, у тигра-оленя голос такой знакомый. Неужели это Саня? Значит, никакого тигра-оленя нет? Конечно, нет. Эх, жаль, что тигра-оленя не существует. Да, весело было за ним гоняться. Ладно, тигра-олень – это выдумка. Но есть такой зверь – ластоногий
быкобраз. Ого! Невероятно! Правда? Завтра же в экспедицию! Кругом вода. Готов к моей суперподаче! Давай-давай, еще посмотрим, кто выиграет! Что? Дождь? Мы почти выиграли! А почти, Кешечка, не считается. Ну что, дружеская ничья? Нет! Я сейчас! Я быстро! Дергаем рычаг, и дождя как не бывало. Ну что, продолжаем играть? Все по местам! 10-0 в пользу Кеши и Тучки. Подает Кеша. А, мой супер удар! Ничего, я сбегаю. Ага, Кешечка, выиграть у вас не получится. Ой, да как же тебя остановить? Железяк несчастная. Ты чего? Кеша, по-моему, с твоей машиной что-то не так. Да нет, все отлично. Эх, вот и поиграли в бадминтон. Ой, а мне домой надо компот варить. Кеша, сделай же что-нибудь! Без паники! Надо только добраться до моей машины, и я все починю! Эх! Мне бы только до рычага добраться! Я с тобой, Иннокентий! Что-то я волнуюсь за мальчиков! Ничего-ничего, лисичка. Кеша всех спасет. Не получается. Пропал рычаг. Без него машину не остановить. Да вот так, под пеньком. Саня, а ты откуда знаешь? Так это ты сделал? Простите меня, я только хотел вернуть дождь, чтобы не проиграть. Я сейчас. Да уж, больше никаких опытов с природой. Опасное это дело. Чем теперь займемся? Как чем? 10-0! Саня, готовься проиграть! Ну, Саня, принимай мой супер удар!
Богатый улов. Ну что, уже клюет? Не видишь, что ли? Не клюет. Не знаю, я ж первый раз. А у точки клюет? Точно, клюет. Ха, что ты суетишься, точка? Тут надо спокойно. Тебе... А, клюет, клюет! Быстро, все, тяните, помогите! Огромная рыбина, здоровенная! Это не считается! Вот вчера я вот такую рыбу поймал! Рыбы видели? Да здесь таких и не водятся! Бывают только вот такие! Рыбёшки! Вы это видели? Быстро! Сучка! Кеша! Клюет! Тяни! Поймал! И я тоже! Тяжелая какая! Ничего себе! Рыбка! Ребята, мне кажется, она с нами просто поиграть хочет! Лисичка! Это же просто рыба! Кеша, я знаю, как ее поймать! Вот как мы ловим рыбу на севере. Надо сесть у воды и закрыть нос лапой. Тучка, зачем мы закрываем нос? Чтобы слиться с белым снегом. Тучка, какой снег летом? Вот она! Ладно, Тучка, я понял. Чтобы поймать рыбу, мы должны все делать, как рыба. Мы должны сами стать рыбой. Ну что, лисичка, похожи мы на рыб? Не-а. Ладно, в воде точно будем похожи. Тучка, за мной. Кеша, в этом костюме неудобно плавать. Не знаю, у рыб как-то это легко получается. Смотри, смотри! Эта рыба просто издевается над нами! О, есть идея! Подводная рыбалка! Нет-нет, мы построим мега-удочку! Нет, подводная рыбалка! Нет, мега-удочка! А. Кто последний поймает рыбу, тот морковка! Ребята, рыба просто хочет с нами поиграть! Ага, рыба, иди сюда! Молодец, Иннокентий. Ты можешь отсюда нас выпустить? Да без проблем. Вон рычаг. Сейчас нажму. А нет, все, не могу. Мальчишки, вы как-то наказались. О, лисичка, мы тут застряли. Ты можешь нас вытащить отсюда? Могу, а как? А вот и наша рыба. Кто? Приплыла над нами посмеяться, да? Спасибо тебе, рыбка. Как же так? Я думал, она смеялась над нами. И вовсе нет. Она просто хотела с нами поиграть.
Речные гонки. Вместе по лесу идут, собирают шишки, вместе песенки поют. Дудька, привет! Пойдем гулять! Извини, лисичка, не могу, готовлюсь к гонкам. Гонки? Как интересно! А что за гонки? Речные, мы с Кешей соревноваться за медаль будем на лодках. Вот, смотри, какая красота! Ой, какая красивая лодочка! А можно мне с вами? Это не лодочка, а каноэ. Это знаешь, лисичка, извини, но там течение быстрое и пороги. Ты лучше болеть за меня приходи. Кеша, привет! Ты что делаешь? К гонкам готовишься? Привет, лисичка! Ага, готовлюсь! Такой катер собрал! Теперь я точно выиграю! А можно мне с вами? Извини, лисичка, но мы девчонок не берем! Если хочешь, можешь прийти за меня поболеть! Эх, вредина! Тучка, что это у тебя за корыто такое? Смотри, оно у тебя прям на старте затонет! Смейся, смейся, Кешенька! Я на финише тебя подожду! А вот и я! Лисичка, это что, гусь с педалями? Да ладно тебе, Кеша, пусть участвует с нами. Мальчики, а куда плыть? Прямо, лисичка, все время прямо, до следующей ленточки. Классно! Это же настоящие водные трамплинчики! Ю-ху! Опа! Это же блестящая рыба! Редкий экземпляр! Рыбка-рыбка, стой, не убегай! Пошел меня! Ну, тученцы, держись! Так, кнопка раз! Ха! А теперь кнопка два! Класс! А теперь кнопка номер три! Фу ты! Это не та кнопка! Кеша, ты в порядке? Тебе помочь? У меня тут веревка есть. Ага, Тучка, да это я просто отдохнуть немного решил. А, ну-ну, отдыхай тогда, а я поплыл. Я плыву, а солнце светит, на-на-на-на. Нету лучшего на свете, на-на-на-на-на. Я плыву, а солнце светит, на-на-на-на-на. Ну все. Я почти на финише, а то корыто, корыто. Ух ты! Это же редкий вид стрекозы-пирата! Ну, Тучка, погоди! Кеша, ты что наделал? Мое весло! Извини, Тучка, я не хотел! Не могу остановиться! Якорь отвалился! Встретимся на финише! Это мы еще посмотрим! Ха! Победила нас на каком-то надувном круге? Ну и ладно. Зато какую блестящую рыбу я видел. И стрекозу-пират. А какие трамплины там были? Мальчики!